Всего снято более 250 природных достопримечательностей края, неизвестные детали которых открываются только сверху, с неба. Панорамные съемки авторы проекта проводят с помощью квадрокоптеров. Три видеосюжета посвящены нашему городу-курорту. Зрителям открывается невероятное количество новых интересных мест для путешествий, которые показаны в необычном свете. В России подобных проектов раньше не было. Взглянуть, какими видят птицы наши окрестности, можно, если найти в поисковике ссылку на курортный атлас и набрать название Анапа, Сукой и Большой Утриш.